Каждый из них легенда и достоин только лучшего. Сегодня в Набережных Челнах стартовала декада первостроителей. Многие из них не дожили до сегодняшнего дня, а тех, кто еще силен и полон духом, пригласили во дворец торжеств. Здесь прошло чествование самых заслуженных и почетных граждан города. Память о первых днях той великой стройки. Сегодня, как и 40 лет назад, первостроителям вручали символические комсомольские путевки и подъемные. В этом же конверте пригласительные на городские события, которые будут проходить в городе во время декады. Тут же в холле для почетных гостей играл духовой оркестр. Вспомнив былую молодость, некоторые не смогли удержаться от танцев. Для каждого пришедшего сегодня этот день по-своему волнителен. Многие не видели друг друга десятки лет, но спустя столько времени помнят друг друга. Они называют себя не иначе, как аксакалами, и гордятся тем, что именно они заложили фундамент Набережных Челнов. Сколько школ я строил, сколько детских садов, сколько домов. Вот. Уйма. Много, много, много. Присутствовали здесь представители разных профессий. Кто-то строил город, завод, налаживал работу бытовых и социальных структур. По их словам, они нисколько не жалеют, что 40 лет назад они, не испугавшись неизвестности, приехали на великую стройку. Я уважаю очень вот это Радыгина Аркадия Андреевича и Закирзянова Ильдуса Борисовича. Вот они меня пригласили, говорят, вот мы не только... Мы будем первыми в мире по производству автомобилей, но нам нужно по спорту выигрывать. Можете? Я говорю, если поддержите, попробую. И все так остался я. Поздравить почетных челнинцев приехал и мэр. Василь Шихрази выразил уверенность, что нынешнее поколение продолжит их дело. Все мы делали одно большое и важное дело. Строили достойное будущее для своих детей и внуков. Создавали богатейшую историю целого поколения, поколения первопроходцев великой стройки. В свою очередь почетные гости вышли к градоначальнику с предложением возвести в честь первостроителя Автограда памятник. Теперь дело за малым. Осталось лишь определиться с местом. Эльвира Салахова, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.